have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет-привет! Доброго времени суток! Резкий оборот. Да, мы сегодня с вами в чудесном режиме Cursed Island. Тут уже кто-то играет головой в баскетбол. И тут также добавили разные модификации. Как вы видите, полностью изменили HUD, как он выглядит. Добавили выбор острова, каким ты хочешь видеть следующий остров в следующем уровне, ну, в следующем раунде. Убрали музыку, что очень жаль. Также, видимо, что связано с модами, порезали некоторые звуковые эффекты. В принципе, звук в игре присутствует, но звуковые эффекты в некоторых случаях не отображаются, как, например, вот рог. Он просто остался визуальным эффектом, звуковой эффект исчез. Ладно, это не проблема. Давайте тогда подождем начала раунда и тогда вернемся. Народ, возвращаемся. Итак, у нас классик. Есть Bridges. Давайте Bridges. Мне интересно. Ну что, классик? Классик у нас были предыдущие серии классик. Я хочу Bridges. Мостики посмотреть. У-ху. В какой предыдущий? Который 3 года назад была? Да я не знаю, сколько там, полгода назад, когда выходила последняя серия. Ну, минуточку. Вот Roblox, он же гигантский, он же огромный, он бесконечный, поэтому пока по всем поскачешь. Да, без героической музыки звучит, конечно, уже не так, вернее, вообще не звучит. Давайте все к пруму. Не надо. Да. Не надо, да. Нас будет... Я буду говорить, какая вечеринка. Не надо, может... А нас, ради. Да. Это... Уйди! Я уезжаю. Что ты, зараза? Я тебя зарублю. Изыди! Мы сдохнем вместе. Ты у меня на ложку отобрал, мне пришлось тебя зарубить. Ребята, смотрите, у меня ложка. Блин. Я самоубился, чтобы ты не выжил. А я могу зареджойниться. Ха-ха, у меня бесплатный реджойн. Привет, Слог. Ребята, стекло. Куда стекло? Куда оно стекает? Блин, пушка взорвалась, не успел. Ребята, НЛО. Ребята, стекло ломается, давайте стекло ломать. Поехали. Поехали. Я сегодня все-таки покатаюсь на тарелке. Стой, давай, ближе. Ой, уезжай оттуда. Я ее схватил. Слушай, у нас всего лишь 8 секунд осталось. До свидания, 2 секунды тарелки осталось. Я ее на мясорубку скинул. Откуда у вас 3 тарелки? Тарелки спавнятся же. Да не так много же. Ну, видимо, сейчас так много. Я дурак. Я мог способности тебя скинуть с тарелки, а сам выжить. Что? Какие метеориты? Вы о чем? Видел это? Что за кубики? Там вообще какое-то... Ёлки, кубиками остров засосало. Там что-то крутое есть, я хочу на это посмотреть. Разве его не рассосать должно было? Не, острова же они потихонечку, в этом фишка, острова уходят. Зачем вы ломаете стекло? А, ты не поймешь, это прикол. Это если появляется стеклянный остров, его надо разбить. Я ломал стекло. Просто потому что. Просто потому что, just cause. 2. 3. Это весело просто. Чего? Проходил. Ну да. Крокодил. О, нет, это, я как пошел отсюда. Крокодил? Как я уйду отсюда? Помоги. Никак, все. Детки в клетке. Прикинь, сейчас. Слушайте, а кракена-то нету на островах. Кракена забыли добавить. Нет, он был в этом, когда не было мостиков, то был кракен. Разбивай на мостик. А мостик пропадет или нет? Сейчас увидим. Да, пропадет. Кракен это который крякает? Ну да, крякен, утка гигантская такая. Ломайся! Я люблю ломать стекло. Ой. Чувак, тебе хана. Нет! А, выжил. Да ломался. Ломать не строить, чё. Строить не ломать. Обратная психология. Ой. О! Стреляй в тот остров.
Да нет, кракен есть, только кракен немножко другой. Нет, там, ну такой который... кракен был, а могу еще раз выстрелить? Там палка на твою... Ты что наделал? Ты неправильно стреляешь. На, по башке. Нет, оно просто взрывает через время. Колодец жизни, что у нас еще, погоди. Нет, это ты неправильно стреляешь. Там, да, чувика с мечом или мне кажется? Нет, мне кажется. Да, но та, она с мечом. Она с мечом? Чёрт. Да, она с базукой! А почему мы втроем стоим в одной кучке, если она с базукой? У нее реально базука, отходим. Я ж говорю, она стреляет. У нее нет оранжа. У нее крюк. Это крюк. А, она капитан Хрюк. Нет, это я капитан Хрюк. Ой, не надо. Ребята, опасная жизнь. Карусель, кто успел, тот просел. А как? Что за трикушет, я не понял. Нет, что не говорите, а тут ржака полнейшая. Там слаг. Ждем подставы, что сейчас появится. Погодите, если тут сейчас появится какой-нибудь... Ну-ка я по центру стану, если появится мясорубка... Я тут буду. Мясорубка не появится. В белом танце кружимся. Да, это... Давай ломать его. Прыгай. Это батут. Постой, не бойся. Стой, я пошутил. Не прыгай. Не или прыгай? Прыгай, прыгай. Быстро, быстро, все вместе, ломай, ломай. Валим. Ходу шеф. А слабо лед так же сломать? А если бы получалось, то и ломали бы. Розовую сейчас вынесет, она не контролирует себя. Хрю-хрю. А, не, жаль. Хрю-хрю-хрю-хрю. Карусель, карусель, тут присель. Так, там у нас лазерная тюрьма. О, батут! О, батут! Батут, а матата. Прикинь, там стекло сейчас появится. А, это вполне возможно. Так я про это же. А кто слился? Как ты слился? Не умеет кто? Прыгать на батут. А, слаг, зачем ты так? Случайно. Гадя хреново, зачем ты так потерялась? На батуте потерявшим. Прыгала. Смотрите на мой кадиллак. Слетел с батута. Кадиллак. Так, лазер. О, наблюдать! Я слышал звук. Да, там есть я наблюдать, тут... ты только заметил? Ребята, да. Я сейчас слышу звуки от батута. Наконец-то. Может, музыка скоро появится. Нет, звук от батута, ну я лично не... Что это за... Пукатани, привет, Лупски. Привет, Калупски. И привет, Хэ Лупски. Киченес. Блин, надо победить. Надо. Тут остались двое в пижаме. Ну, блин, если мы не победим, будет обидно. У них пижамная вечеринка. Все, прыгай. Погоди, погоди, да? А у вас немножко другая вечеринка. Сосисочная, что ли? Да. О, там звездочки красивые такие летают. Это я. Это звездный кот в короне, конечно, это ты. Нет, я про себя. А. Кстати, вон та деваха, которая была с гарпуном, она в прошлый раз была первым местом. Посмотрите на танцующие статуи. Там еще желтый чел на втором. И пижамный на третьем. Пижамная это Суо. Суо. Это которая с вами это сейчас. Это выглядит как парень в женской одежде. Кстати, да, немножечко так попахивает Таиландом. Это парень? Это выглядит. Она сморкается. Как... Она сморкается, у нее салфетка у носа. Или кровь из носа идет. А вдруг она ее кушает? Это же вообще пипец. Так, ну, а чё ничего не случается? 5 островов, 6 островов, ну, это еще прилично так. Реально, ничего не случается. Смотри, не, там, погоди, там батут появился на том. Пыщ. Кстати, острова превращаются как-то потихонечку там в максимальное пустыню. Унижение? Да нет. Ну, я тебе попрыгал. Это максимальный буст. Смотри, голова летает. А...
Мне интересно, вот так вот на мосте стоять, вот так вот, оно безопасно или нет? Ну, если один лазер пропадет, то... Он сейчас пропадет. Видишь, это акула. До свидания. Акула? А, акула. Фух, блин. Акула, акула. Ой, она розовая. Ну все, ну типа мы выиграли. Еще не факт то, что мы выиграли. Мы выиграли. Вы выиграли. Ну, да, ничья, все, выпустите нас отсюда. Нет, ну акула это была неожиданностью, потому что и такого раньше не было. Я такой в первый раз вижу, я вообще офигел. А я бы прыгнул к акуле. Это весело. Акула забрала розовенькую. Вот, и к тому я же... хотел к акуле прыгнуть. Акула. Прыгнуть я люблю акул. Прыгнуть к акуле у тебя была возможность, когда мы играли в кусок акулы, но ты не пришел. Акула, какула. Мегалодошка. Мегалодонь, да. Нет, не кусок акулы. Укус акулы. Да, кусок. Уксус акулы. А что ты на другой остров перешел? Да я не знаю, как-то там вот тут два, там один. Предатель. Давайте вы будете по центру стоять, кому повезет, тот и выиграл. Блин, так, ну-ка. Просто ничего не делаешь. Вот это, вот это вот грустно сейчас такое, знаешь, одинокий кот на одиноком пустом острове. Нет. Одинокий синий человек в шляпе. Ой, там снег. Нет, ты не одинокий, у тебя. Смотрите, у меня как у вас. 7 котов. Да. Я сейчас стану игрушечным магнатом. Игрушечный магнат. Неплохо звучит, кстати. Игрушечный. Вот, а смотрите, здесь от первого лица я не вижу самолета сбоку, хотя мы с вами играли... А где груши? Вот груши. Да. Мы с вами когда в прошлой серии, по-моему, это было, когда или в позапрошлой, когда я бегал от первого лица, у меня самолет перед носом мелькал. Вот это вот, это моего скина. Это, видимо, очень сильно зависит от режима. Слушай, попробуй еще от первого лица посмотреть, вдруг не будет больше самолета. Так, нет, тут-то его нету, в этой игре его нету. Там режимы, там разные модельки. Видимо, да. Луга. Бесплатные груши. Ух. Груши. Ну, я не знаю, что это такое, баклажаны, что ли, с пальмы падают? Не знаю, я думаю, это что-то на П. Мне по цвету это ассоциируется что-то на П. Я даже вот тут наши полномочия все. Питахая. А как она выглядит вообще? Надо посмотреть. Я вообще первый раз слышу, если уж не то пошло. Питахая. Сейчас бы еще алфавит знать. На П. Да, это очень похоже на питахаю. То есть ты там что, у нас экстрасенс? Взял, угадал? Знаешь, вот эти фрукты, короче, его еще драконий называют. А, да, да. Ну вот, это питахая. Серьезно? О, у тебя пальма упала. О, oh, no. Похоже очень на питахаю. Ребята, смотрите, там... Мы не единственные. Ты видишь? Откуда он появился? Нет, серьезно, а кто это? Это читер какой-то? Может, он использовал респаун? Респаун в одном раунде, ну ты знаешь. Нет, может, он умри! Всю игру ждал этого момента, чтобы прийти к вам. Нет, ну это неожиданный поворот, я как бы не знаю. Я должен вас толкнуть. Блин, а сейчас на таб нажимаешь и не видно, кто в раунде, кто нет. Раньше, ну, до рескина вот этого, можно было посмотреть, кто числится в раунде, а кто нет. Я хотела вас толкнуть, он... А ты его столкнул, нормально, он уехал. Он сам упал. Ему помогать не пришлось. Неожиданный гость. Он вменяемый. Сколько мы еще так будем стоять? Слушай. Не знаю, у меня предложение, пока не кончится время во вселенной. В принципе. А это вы будете по мостикам гулять. А? Короче, у меня есть идея. Мы будем вместе стоять на полу, когда еще нету этого океана. И посмотрим. Вон он опять идет. Это, походу, читер. Да, это читак. Опа! Есть! Первое место у тебя! Есть! 14 место! Я тебя пережил! Так как так-то? Мне еще 3 рубинчика дали. Ты раундов меньше прожил, но. Нет, одинаковое количество. Ты что наделал? Давайте, может, вулкан это что-то новое, да. Нет, он вас убьет! Вулкан! Но это будет быстрый раунд. Это плохой раунд.
Да, быстрый. Нет, это плохой раунд. А вот хороший. Я увольняюсь. Mm-mm. Нет, нельзя уволиться. Прикинь, ты на втором месте, но посмотри, кто на пьедестале. Что? И третьего места там вообще нету. Как будто никого, в принципе, больше там не играл никто. Я думал, я на пьедестале буду. Не повезло. Нет, ну вот это интересно, кстати, потому что мне написали... А где вулканы? А, вот первый вулкан. Вот второй вулкан. Пика! Что это такое? Я не заказывал. Ему офигеть, как повезло то, что он не посередине. Пику забомбило. О! Крылья? О! Я полетел! Давай. Пока. Так нельзя. За карту сразу свали. Сколько эти крылья стоят? А их вообще купить нельзя. То есть ты заюзал что-то, что больше никогда не достать? Ну да. Ну молодец, да. Кичинес, тебе там прилетает потихонечку. А Слак еще тут? Да, вроде вон я его вижу. Живой. На камере с рабочки. Ну ладно. А вода вообще не уходит или что? А она уходит, уходит. Погоди. Тут же была суша, да? Я не помню. Тут... Кот, иди к нам. А, вот. Да, иди вот, к нам. Вот кот, иди к нам. Пойдемте, пойдемте, давайте сюда. Поехали. Я хочу на этом острове. Пейка, ты слишком далеко ушел. Он занял остров Слага. Смотрите, он сейчас еще выживет и победит. Нет. Да. Не надо. Я хочу... О, ты что, не знаешь, как это работает? Куда? Где я? Он вулкан, по-моему. Опять на вулкан. Еще раз, обратно. Фродо, вернись. На втором. Еще раз. Обратно. Блин, они просто появляются один за одним и не уходят. Я понял, в чем фишка этого режима, ладно? О, пошли. А, нет, что там с тобой творится? Давай тут останемся. А, тебя немножечко раскидало. А мне кажется, у нас сейчас что-то прилетит. Угу, очень большое скопление. Мне ничего не прилетит. Да, я буду так прыгать до конца своей жизни. Кстати, в общем-то, смотрите, мне ничего не прилетит. Офигеть, как? Смотрите, я останусь живым до конца раунда. У меня, по-моему, немножко спина обгорела. Не, у тебя есть коты. Да, они тебе еще больше спина. Я пошел, что-то слишком... Я тут буду стоять, тут все хорошо. Давай. Никаких вулканов нет. Весело и без опа. Слушай, прикинь, если вот так вот на меня сейчас шарик прыгает или на тебя. Я практически уверен в этом. Я вообще до сих пор так в шоке от того, ой, что произошло. Ой, кто меня заморозил? Не знаю. Четыре человека стояло на острове, упал шарик и только двоих убило. Это как вообще? Раньше такого не было. Слишком шикарно. Раньше вулканы были гораздо опаснее. Вот мои-то времена, да, было такое. Я вот просто стою тут, а со мной ничего не происходит. Хорошо, пока что. Не лезь на меня. И сейчас Пика такой подыхает. Да, может. Я уже. Ты зареспавнился? Я восстал. А, да, точно, тебя же там крылья подожгли. У вас летит, а, не показалось. Вот мне ничего не летит, я буду живым до конца. Так, ну нас уже, нет, нас четверо, блин, надо вон ту белую, чтобы убило, тогда мы попадем на пьедестал, и все хорошо. Сколько вулканов на карте? Посчитайте. 7. 7. Насколько вы же хороши в математике. И готов, у тебя 7. Это судьба. Иди, прыгай. Что? А это как? Ты нафига его толкнул, Пика? Черт, я не попаду в этот список. Я же тебе сказал, это судьба. У тебя 7 котов, 7 вулканов. А я до сих пор тут стою, и со мной ничего не происходит. А та девка сдохла. Я вижу. Значит, мы, скорее всего, будем... 8 вулканов. Уже 8 вулканов. Офигеть. Давайте поспектатим. За кем можно? За... Собственно, осталось 2 последних. 2 самых стойких.
я самый стойкий. Фиг ли ты тратишь ресурсы, которые невосполнимы? Значит, думаешь, что ты такой крутой, да? Ну, он в темных очках, посмотри. Я сейчас... Они розовые, тебе это ни о чем не говорит. Какой ты? У меня розовые очки, оранжевая куртка. Кстати, и... в такую жару ходить в куртке и шарфе, это тоже отдельный вид извращения, так что нормально. Может, ему... У меня шарф из змеи. Вы что? Не надо, недопустимо. Давай, я обещал стоять. Я буду здесь стоять до конца. Да, стоял? У меня третье место, между прочим. Я здесь стоял до конца. Всего 6 раундов? Ты посмотри на свою статую. Шесть. Что это такое? Это усы и тараканы. Я вижу. Дайте лоу гравити посмотрим. Давайте лоу гравити. Да, да, да. По-моему, слишком много людей. Что-то эта кофта твоя немножко не по размеру, да? Ее растягивает, колбасит по полной. Это усы тараканы. Я уже не говорю про мороженое. А, это она вот такая маленькая, это рукава я растянул. Угу. Жесть. Блин, мостики выбраны. Пошли все фрума. Зачем? Я не звал гостей. Посторонним вход в В. А гости в не спрашивали хозяина. Ты это слышал? Слышал. Погоди. Ты превратился в аниме-девочку? А это не работает. Ну-ка. Мы так обрадовались. Это был танец с бубном? Это был предсмертный танец с бубном? Видимо, да. Призыв смерти. Блин, картошка, чувак, беги, за тобой картошка бежит. Слаг, вали. Беги. Я вижу. Беги. Бам, картошку взорвалась. Чтобы поняли, я умер именно в тот пойду на своего страха брата. Хотя нет, тут прикольно. Тут тюрьма. Фух. Так и знал, надо было посидеть. Тарелка! А, тарелку выкинули в море, понятно. Так, тут тостер, тут тарелка из-под тарелки. А, там мясорубка открыла. Ой, блин, нет! Вулкан. Иди нафиг! Я тоже хочу. Делись! Тюрьма. Делись! Минушки, тебе дали меч и заперли в тюрьму? Как иронично. Подставили. Так, тарелка, вулкан. Пика, если что, я тобой прикроюсь. Ай. Так я-то снизу. Я найду способ тебя подставить, не переживай. Не надо мстить мне за я то, никого что не я... Я никого не собираюсь мстить, это просто инстинкт выживания. Первый, кто прыгнет в реку... А я собираюсь. Первый, кто прыгнет в реку, проиграет. Так, чувак на тарелке долетался, утонул, хорошо. Сколько кракенов? Меня опять в тюрьму посадили, да что ж такое? Нет, там кракен засасывает островы. Печь! Где? 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 Да уже нигде забудь. Да я не про то, я про другое. Так, ты там меч... Не-не-не, иди нафиг! Иди нафиг! Иди нафиг! Пошел. А, понял. За что в тебя? Ладно, ладно, хорошо, хорошо, ладно, ладно, хорошо. Так, даже я за тобой. Я тебя не трогал. А он тебя трогал. И ты меня не трогаешь. Там открылось, открылось! Вот это триллер, вот это напряженка, просто смотришь. А, и конечно, сейчас мясорубка пропала. Ага, спасибо. Вот сейчас уже, когда надо, ага. А чё оно прыгает? Чё ты прыгаешь? Why are you running? У тебя 8 секунд осталось, скорее убивай ее! Блин! Ура! Нет! Все! Алло, мы так не договаривались! Все, чувак! Тостер, не иди туда! Хорошо, что она тупая. Ух, да. Не то, что я. Нет, по-моему, догадалась, чувак. Да нет, все хорошо. Она догадалась, тут тостер снегом никак не засыпет. А, у нее меч убрали уже, хорошо, все. Да мне не брали меч. Черт. Он там минуту действует. Она делает вид, то, вали, что она добрая. Вали пушки. Сейчас будет трезня. Трезня. Трезня.
Резня. Все, подохните уже. Давай, Пика, убей ее. Легко сказать. Легко сказать. Как из этой фигни целиться? Целься в нее. Почему у меня не прицел? Нет, 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 чувак, не сюда. У нее уже нет меча, успокойся. Все равно, отойди от нее, она страшная. Мне кажется, она бы уже убила, если бы... Изыди, демон! Блин, мясорубка с тостером на одном острове. Нет! Она забыла. Да отстань ты от меня, я невкусный. Слушай, ну поклонницы бегают, ты ничего не поделаешь тут, все. Ты уверен, что это поклонница? Дай посмотрю поближе. Отстань от меня. Ну дай я автограф, она отцепится. Она в тебе снизу кидает. Неприемлемо. Wanted dead or alive. Мясорубка, так еще и тюрьма. Да, вообще хорошо. Что это за зубы упали? Я же тоже смотрел на это и не пойму. Оно, по-моему, жжет или что такое. Тарелка! Я иду мстить! Дай ей автограф! На здоровье тебе автограф! Что это выглядит немножко жутко? Три секунды, бросай, нормально, все, кидай! 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 Чувак, кидай, иначе... Кидай! Что это было? Так, опять 12-е место. Четвертое место еще. Опять. Ее 12-е место, вы чё? Да, с кофточкой у тебя, конечно, получилось неплохо. Ладно, вот, ребеночки. Ящик. Мне из этого... Крылья 5%, а я их потратил. Говорю, спасибо, что были с нами. Вот так сегодня побегали. Я надеюсь, вам было интересно. Пишите, что вы думаете. На этом будем заканчивать. Спасибо. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда. Всем покеда. Да, нет.